«Лучшие в стране». На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал «Страна FM». Программа «Лучшая в стране» Александра Хайрулина. Я очень рада. Спешу вам представить свои гости. У нас Алена Свиридова. Саша, Алена, привет. Здравствуй, дорогая. Рада тебя видеть вновь. Взаимно. Мы очень тебя ждали. В том числе, конечно же, и потому что есть новая замечательная работа. О, да. Сразу расскажу всем, вдруг кто еще не в курсе. Да, 8 марта. Состоялась премьера, у Алены вышел новый трек, вышел новый клип на песню «Травушка», естественно, в нашем эфире. Сегодня мы с вами посмотрим. В последующие дни вы уже сможете в программах по заявкам заказывать и просто смотреть, любоваться, наслаждаться в эфире. Сейчас все подробности и про клип, и про все остальное творческое, что происходит в жизни Алены. Но сначала хочу задать вот какой вопрос. Ален, правильно мы все понимаем, что акустика теперь это именно тот жанр, именно тот вид, где тебе комфортно и где теперь ты собираешься... долгое время существовать. Да, Саша, на самом деле у меня какое-то время, был такой творческий просад, потому что не совсем понимала, что делать дальше. Вот как бы та дорога, по которой я шла раньше, в общем-то, мне уже показалась достаточно неинтересной. И куда идти дальше, я не понимала. Что говорить, о чем, какой месседж я хочу донести. Ну, в общем, да, или хип-хоп уже дальше, что-то новое, или... Ну, что-то, да, и музыка стала меняться. И потом вот я вдруг поняла, что я испытываю колоссальное удовольствие, слушая акустическую музыку. То есть в то время, когда весь мир наполнен электроникой просто по самое не хочу, да... Я вдруг испытала какой-то катарсис, услышав просто живую там гитару или там такое вот какое-то легкое джазовое трио. И я подумала, о, кажется, это мое. И действительно, вот вы знаете, я потом проводила эксперименты, и вот когда ты ставишь акустическую музыку просто, она чисто физиологически на людей воздействует особым образом. Они как-то расслабляются, им становится комфортно, потому что в этой музыке много воздуха, такие теплые тембра. В общем, друзья мои, я по этой дороге теперь пойду. Она очень длинная, очень широкая, очень красивая. Ты говоришь, что она относительно недавно у тебя началась, эта дорога, да? Да, чуть больше года. 3 месяца занятий на гитаре, пальцы в кровь, мозоли, но зато... это было поначалу, да. Но зато потом уже все. Алена с гитарой на сцене сейчас не расстается, я так понимаю. Я на сцене не расстаюсь с гитарой, и я заболела болезнью гитариста. Это страшная болезнь, когда тебе хочется постоянно покупать гитары. О, коллекция гитар Алены Свиридовой. Я чувствую, скоро эта тема будет в нашем эфире. Это да. И ты вот начинаешь мечтать то вот об этой гитаре, потом об этой. Потом ты хочешь еще что-то сделать. И это действительно доставляет такое большое удовольствие. Ну, потому что инструменты, они на самом деле живые. Вот они также реагируют, как люди, на смену климата, погоды, времени. Они расстраиваются, плохо звучат, потом вдруг хорошо звучат. То есть ты с ними взаимодействуешь, и, ну, это не то, что на компьютере там нашел звук, пыкнул там на кнопочку, нажал. Да, и он всегда такой теперь будет звучать. И он всегда такой, да. А здесь у нас прямо, я не знаю, совместная жизнь. Будет же концерт, друзья, 24 марта. Да, рассказывай, приглашаю всех. Саша, я, во-первых, приглашаю тебя туда. Спасибо. Друзья мои, если вы еще не знаете, как провести выходные, даю маячок. 24-го в «Мумий-тролли» баре на Тверской, в центре. Так что приходите. 21 час начало, так да. Что как раз можно успеть, успеть любые поужинать, дела абсолютно сделать, да, и уже потом... Выпить. А шампанское уже выпить или там что-то остальное, это можно вместе с нами. Вот, будет очень хорошо. Ну, кстати, ты уже спокойно относишься, хорошо реагируешь на людей, которые там жуют, выпивают во время твоего выступления? А я давно хорошо на это реагирую. Потому что вот такой клубный формат, он на самом деле больше подходит для этой музыки, нежели филармонический. Вот он, это должно быть такое все очень близко. И на самом деле вот идея сделать акустику мне все-таки пришла так подспудно, когда я ездила нырять с компанией известных ныряльщиков. Там, допустим, Андрей Макаревич, там, Леня Ермольник. И вот
В кают-компании каждый вечер мы с гитарой собирались и играли песни все подряд, там все вместе, по отдельности. И это было так здорово. И команда потом, невзирая, у нас, кстати, были очень часто интернациональные команды, и все прямо приходили из разных стран, и все вот сидели как суслики и так радовались. То есть, и вот это ощущение такого вот единения, оно все-таки предполагает, что человек может стоять, я не знаю, там, выпить вина, я не знаю, ну... Конечно, я очень не люблю пьяных и ведущихся неадекватно, но мы надеемся, что... Я таких, честно говоря, давно не встречала. Ну, потому что мне кажется, да, что именно твоя публика, она, конечно, другая. Но мне кажется, и жизнь уже другая. Уже просто вот такое вот так вот по-быдляцки нажираться где-то и так себя вести. И просить петь Мурку. И Мурку десятый раз там, или идти обниматься на сцену, как было раньше. Как-то человек один, представляешь, я стою на сцене даже, да? Но это был, правда, корпоратив. И вдруг через весь зал так человек направляется ко мне, поднимается на сцену. Я поскольку пою, даже ничего не могу сделать. А охранника в это время нету. Как всегда. Да, в такие моменты. Он подходит ко мне, так меня обнимает. И хрупкую говорит там, девушку. Петя, снимай! И тут, Саша, у меня упала планка. Я чувствую, сейчас я ему вцеплюсь в кадык просто. Вот сейчас я его убью. И он, значит, так слез. И я так взяла себя в руки и говорю, друзья, я не Пизанская башня, со мной не нужно фотографироваться в таком виде, говорю. Ну, я думаю, за то, что все поняли в этот момент, и уже подобного не происходило, во всяком случае, на этом выступлении, скорее всего. Ну да, ну потому что у меня просто были молнии, и мне казалось, что если кто-то еще поднимется, то он уже не спустится оттуда никогда. Ален, как ты считаешь, вот это вот сейчас твоя такая особая страсть, удовольствие, любовь именно к акустике, может быть, это все-таки влияние твоего классического музыкального образования? Ведь была и школа, там, и училище, и работа, потом даже концертмейстером, и это же и в школе преподавание музыки, там, и так далее. Ну, Саш, на самом деле я очень всеядна. Вот я люблю все жанры. Вот все. Нет ни одного жанра, который бы я не любила. Потому что в каждом жанре есть какие-то свои шедевры, да? Поэтому, когда вот люди говорят, ой, я вот такую музыку люблю, а вот все остальное не люблю, я считаю, что это какая-то узость мышления на самом деле, да? Конечно, классическое образование, оно тебя просто, ну, расширяет. Оно позволяет тебе владеть музыкальным языком, богатым. Да, это вот как иностранный язык, да, либо ты знаешь три слова, там пытаешься пыр-мыр сказать, либо ты говоришь хорошо, тогда ты можешь читать, смотреть кино. То же самое музыкальный язык. Когда ты хорошо его знаешь, ты можешь слушать как раз-таки и любую музыку, да, любой ритмической структуры, там, любой страны, любой народности, все что угодно. И что-то брать для себя, да? И что-то брать для себя, да. Или понимать, как точно не нужно делать. Вот это не мой путь. Да. И вот на самом деле, вот мы сейчас, я уезжала в Лос-Анджелес, и мы снимали следующий ролик, который уже выйдет осенью. Лучшее в стране. Программа продолжается, друзья. Алена Свиридова у нас сегодня в гостях. 24 марта у нас с вами есть возможность побывать на акустическом концерте «Артистки» в Мумитроль-баре. Планируйте свои выходные. В этом часе нас с вами также ожидает премьера нового клипа и трека «Травушка». Будьте поблизости. Ну, а пока мы немножко даже забегаем вперед и уже поговорим о будущем клипе, о предстоящем, съемки которого буквально на днях состоялись в Лос-Анджелесе. Да. Во-первых, начнем, что это твоя поездка первая в Лос-Анджелес. Да, я как-то что-то Америка... С Америкой у меня не складывалось раньше. Вот я не знаю, вот так вот странная какая-то была история. И даже в этот раз она могла бы не сложиться, потому что как раз у нас очень сильно ужесточили визовый режим, и я давно туда ездила, лет 20 назад, то есть как бы и старые визы мои уже не были так актуальны. И... Я нашла способ, мы поехали через Армению, и там получили эту визу очень ты быстро. Ты такой, друзья, лайфхак. Да, лайфхак. Если кому надо, у нас тут как бы да, вы поедете очень скоро, так что есть такая возможность сделать там. Вот, и когда я приземлилась в Лос-Анджелес, я сначала ничего не поняла. Меня там встретили друзья, я еду, думаю, какой-то колхоз имени 1 мая. Какие-то домики, какая-то... Ну, такое все какое-то очень провинциальное. На самом деле, вот после Москвы, там, после там, центра, это кажется очень провинциальным таким городком.
Вот, и, наверное, еще как-то пару дней, но еще со временем вот этот такой переворот, да, и такой опупевший, и я думаю, а в чем же кайф-то? Чего ж туда, почему ж сюда так, как бы, народ, чего он туда рвался-то, непонятно для чего. Вот, но потом я уже выспалась, и пошла я к океану, благо он был недалеко от моего дома. И, конечно, поняла, что, о, какой огромный пляж, да? Причем чистый он был с утра, народу с утра не было. И я вот как пошла туда, пошла, и, конечно, сразу у меня произошел такой коннект, что называется. И, конечно, вот я пробыла 2 недели, и, да, мне хотелось побыть еще. В какой-то момент я поняла, что я не чувствую, что я за границей, потому что, ну, языкового барьера как-то нету. И сейчас, с учетом как-то глобализации, на самом деле все уже практически одинаково везде. В общем-то, да? Да. Тебе, конечно, даже не нужно там, я не знаю, какие-то приложения, тот же Uber, ты там вызываешь, да, такси. Да. В общем-то, те же марки, которые здесь. Как-то все оно уже понятно, и ты чувствуешь себя... Что океан просто рядом, ну да, вот океан, конечно, это существенное преимущество. Ну, про клип расскажи, что это будет за история? Что, друзья, за, ну, я не хочу спойлерить тут. История, ну, будет что-то очень интересна. История на песню «Ранен». Только лирик существует. Существует, да. Лирик, да. И теперь мы решили сделать такую глобальную вещь, потому что, в общем-то, посыл в этой песне такой очень глубокий, более общий, нежели тот, который я осветила в лирик-видео. Там только один аспект. Вот. Снимал Алан Бадоев, с которым как раз и «Травушка», да, с которым мы сняли «Травушку», и это могу сказать, вернее, Алан, это самое мое удачное приобретение, подарок судьбы, потому что это потрясающий человек. Вы знаете, я давно не встречала такого позитивного, энергичного, профессионального, доброго, очень интересного, очень интересующегося всем. Ну, то есть, вот это просто супер какой-то человек. Ну, значит, в Лос-Анджелесе все-таки он тебя вывез, скажем, да, так. Да, он меня вывез туда, потому что у него есть такая милая привычка, он туда уезжает в феврале. И, в общем, снимает несколько видео разным артистам. И я поняла, почему, друзья мои. Там вот такая природа, там не нужно строить декорации. Ну ладно, чуть-чуть вам намекну. Мы снимали все в пустыне. Но это не та пустыня, вот как в «Белом солнце» пустыни, да. Там только это самое, да, барханы, одни пески, да. И барханы, больше ничего. Нет, она другая. Это какая-то безумная красота, реально. Это просто безумная красота. Ни одной фотографии у тебя в Инстаграм нет с этого места. А я пока не специально, да. Сейчас пусть наслаждаются тем, вот что мы только что выдали «Травушку». А «Травушку» мы снимали в Испании. Вот. Почему не складывается здесь? Вот как ни странно, «Травушку» там поется и про нескучный сад, и вообще Москва-река. Но было невозможно. На самом деле, нам реально вот очень огромная была аренда вот для того, чтобы разрешение снимать в нескучном саду. Оно съело там пол бюджета. Да. Вот, как-то... Задумаешься тут, задумаешься, конечно. Да, вот. Причем мы говорили, у нас песня, мы же нашу Москву, мы там это хотим, это все. Да. Не-не, прайс вот такой. Ничего личного. Ничего личного, только, да. Только бизнес. Так что в пустыне мы, правда, не брали разрешение особо. Так называемый горилла стайл. Конечно, наверное, можно было... не брать разрешение в нескучном саду, но я не уверена. Нет. Лучше не уверена. Не там слишком, да, много стражей порядка, и снимали бы мы тогда... Пришлось бы мне потом стать рэпером, поскольку меня посадили в тюрьму, и после этого мне было бы о чем петь. Боже мой. Ну, нет, оставим это, если что, потом заскучаешь, потом ты сможешь это провернуть как-нибудь, чтобы хайпануть, чтобы вот это вот во всех новостях. Ну, кстати, Ален, ты вот это принципиально делаешь, что, не знаю, нет каких-то у тебя пиарщиков, каких-то историй, чтобы каждый день открываешь интернет, а там Алена Свиридова призналась, что она... Что? Да, там, ну, что сейчас? Съела, например, дохлую кошку. Нет, что у нее, например, есть какой-нибудь там внебрачный сын или что-нибудь в этом духе. Ой, господи, нет. На самом деле мы однажды так пошутили, не имея ничего, еще на заре моей карьеры, когда
газета Speed Info мне предложила что-нибудь такое интересное сделать. И я причем сама это придумала, сказала, что ой, давайте, как будто у меня есть сестра-близнец, это мое альтер-эго, я подвела философскую базу. Вот. Одна такая вся очень женственная, ранимая, вторая такая зверь такой, вот именно она всем рулит. Это я себя разложила на части и преподнесла. И мы сделали такой коллаж, было очень-очень натуральное фото, и дальше начался хелл. Вот самый натуральный, потому что, я не знаю, наверное... Лет 15. Вот после 15 лет уже перестали спрашивать про сестру-близнеца. Как удачно-то зашла тема. А 15... Тема. И невозможно было то есть как-то это перевести в шутку. Даже те люди, которые меня знали близко, они вдруг тоже в это поверили. В общем, я решила больше не шутить таким образом. Предложения, наверное, скорее всего, поступают же поучаствовать в каких-нибудь телешоу, вот где обязательно нужно накинуться, обязательно эмоции показать, осудить кого-нибудь прилюдно. Да нет, мы, конечно, на это все не звонят, но мы туда никогда не ходим. Саш, я тебе признаюсь, я телевизор-то не смотрю уже тоже так лет 10 так точно. Вот, то есть, мы смотрим в интернете то, что тебе выборочно, то, что тебе нравится. Что-то нравится, ты смотришь. Да, конечно, вот этот вот. Некоторые люди, я знаю, что они не переносят какой-то тишины. И вот дома у них постоянно что-то работает. Фон. Быть, да. А я вот этот фон воспринимаю как отбойный молоток. Знаешь? Потому что мы все время в звуках. Особенно, когда что-то записываем. И вот дома у меня тишина. А ты не только в звуках, но еще и в словах, потому что ты пишешь и стихи, и музыку. И в мыслях, да. Поэтому я не могу. Я музыку слушаю, как на концерте. Вот я послушаю немножко, покайфую, и все. А фоном она у меня никогда не звучит. Она меня фоном раздражает, да. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Алена Свиридова у нас сегодня в гостях. Буквально через несколько минут премьера на телерадиоканале «Страна-ФМ». Новая песня, новый клип. Артистки «Травушка», режиссер Алан Бадуев. Аленочка, дорогая, скажи, пожалуйста, почему выбор пал именно на эту песню? Ты решила, почему снимать клип именно на «Травушку»? Что она для тебя значит на сегодняшний день? На самом деле, она как-то сразу... Для меня она вообще не характерна. Откуда она на меня свалилась, я не знаю. У меня нет вообще песен таких, основанных на русском фольклоре, на самом деле. И она написалась очень легко. А это какой-то признак уже чего-то другого такого, да? Когда ты дернул за какую-то ниточку, и она прямо вся раз и написалась. Потом... Очень с таким удовольствием сыграли музыканты, сыграл балалайшник. И мы тоже нам понравилось вообще, как это все звучало. Но то, что песня получилась удачная, подсказал мне мой муж, он говорит, слушай, я сегодня, я ездил целый день на машине, мне кажется, я ее прослушала раз 30, и она мне не надоела. И он ее слушает чуть ли не каждый день в машине, понимаете? Я подумала, что да, наверняка. Потому что раньше за ним это не замечалось. Ни одна другая песня. Такое впечатление не производило, да, на него? Да. А что касается клипа, здесь оценка супруга была какая? Нет, здесь оценка тоже была очень, конечно, да. Он любит кино, и поэтому, поскольку у нас клип получился действительно такой мини-фильм, и даже некоторые на Ютьюбе некоторые комментарии, а когда ж фильм-то выйдет? Как-то восприняли как тизер к фильму. И на самом деле эта история, она вполне могла вылиться в такой настоящий фильм. История о трех юных подружках, которые уже, несмотря на столь юный возраст, пережили предательство в своей жизни со стороны родителей, со стороны судьбы, со стороны любви. И как они из этой истории пытаются выпутаться, и что они в результате обретают, что они находят.
чем это все заканчивается? Я знаю, что ты, конечно, очень, ну, скажем так, с трепетом, с волнением относишься к мнению людей. Ты вообще не раз признавалась в интервью, что артисты, и ты в том числе, зависимы от любви, вот от этого признания, да, от мнения людей, наверное, положительного. Хотя, может быть, это было раньше, не знаю. Ну, конечно же, нет, ну, конечно же, друзья, но это, получается, заслуженный артист без публики, если вам абсолютно наплевать, нравишься ты публике или нет. Ты же делаешь для того, чтобы доставить людям радость. Вот ты это делаешь. Ну, понятно, что, конечно, тебе нравится это делать, безусловно. Но ты жаждешь это. Это как художник, который не показывает никому картины. Ну, это уже диагноз, конечно. Просмотров много уже у клипа в интернете, да, и отзывы положительные, все прям, по-моему, так с восторгом приняли, и поклонники, и просто люди там, которые, может быть, там случайным образом попали на этот клип, там на ссылку на чью-то перешли. Ну, какой бы тебе судьбы хотелось для Травушки? Ну, так, чтобы она была на каждой радиостанции, не знаю, из каждого утюга. Да, я хочу, чтобы она была из каждого утюга, не буду скромничать. Мне кажется, что это песня, которую можно петь. Вот что любой человек... Ну, который хотя бы когда-то держал гитару, там всего лишь 4 аккорда в этой песне, по большому счету. Давай сразу скажем, какие, может быть, кто-то запишет и сразу подберет. Пишите в личку, напишу. Она очень несложная, очень напевная. Ее очень приятно петь даже на самом деле. И поскольку... она вот наша, она на нашей почве выросла. А у нас вся популярная музыка, получается, растет не на нашей почве. Нет, она подсмотренная, подслушанная, скопированная. Она подсмотренная, подслушанная, скопированная. И поэтому вот я считаю, что мне есть чем гордиться, вот без ложной скромности, потому что это то, что выросло здесь. И это вот то, что мы можем представлять. Друзья, давайте же уже тогда скорее давайте смотреть. Уже, друзья, премьера. Смотрите. Травушка, Алена Свиридова. Смотрим. Москва рекою звездочка упала в воду, осветила все вокруг. А в реке живет русалка, целый день горюет и зовет своих подруг. Что ж меня, мои подружки, вы мои красавицы, не увели с собой. Все видели, все знали, ну, а мне не рассказали. Травушка в Москва-реке путает мои руки, путает мои мысли, волосы мои запутывает. Травушка в Москва-реке путает мои руки, путает мои мысли, мои мысли, волосы, мои запутывают.
Оглянитесь назад. Страна FM. СМИ зарегистрировано в Роскомнадзоре. Свидетельство ЭЛ номер FS-77-65-232. От 1 апреля 2016 года. Категория 12+. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Алена Свиридова у нас сегодня в гостях. Только что посмотрели новый клип «Травушка». Алена, я тебя поздравляю с премьерой. Клип. Спасибо, да, там финал, что вы зарезали там финал. Аленушка, ну у нас, поскольку трансляция идет в FM-диапазон, там звук подрезан для уже хорошей этой самой линейки. Поэтому целиком клип, вот прям весь фильм художественный, он есть в интернете, посмотрят, да, его найдут. Мои, зайдите, вы должны увидеть, что будет. Хочешь в самом конце? Хочешь, нет, расскажи. Не расскажу. Не расскажу. Заинтригую. Очень интересная концовка. Неожиданная весьма. Клип очень хороший, очень атмосферный. Понятно, и режиссеру спасибо, и тебе. Твой голос очень светлый и теплый. И даже если там речь идет, не знаю, и о несчастной, о грустной любви, все равно в этом во всем есть надежда. Большая такая светлая надежда. Тебе да. говорили об этом, Ален, что ты вот, не знаю, ну, можешь, наверное, даже излечить душу. Ну вот, кстати, знаешь, что интересно? Что именно вот по поводу этой песни, ее исполнения, очень много комментариев. Какой чудесный голос, какой хрустальный голос, какой чистый голос. Как будто в других песнях у тебя. Ну вот такого как бы вот не было раньше. Вот, а тут прямо вот именно вот на это делается акцент. Ну, я не знаю, значит, какая-то вот чистота в голосе. Конечно, да. Голос у тебя всегда был. Я думаю, что здесь усилила еще плюс, конечно, акустическая вся эта история. Она просто сакцентировала, наверное, на этом. Ну, и вот что интересно. Обычно, ну, ты как-то поешь в определенных тональностях. Вот, допустим, если музыку пишешь на гитаре, то, как правило, это там ми, ля, там ре. Ну, такое достаточно все простое. А здесь у меня тональность фа, диез, минор. Потому что вот в ми было низковато. И я вот ее подняла, и она получилась такая хрустальная, вот реально. Не то, что в ми тоже, но она не так звучит, а вот так, когда повыше, она действительно такая летящая получилась. В новом клипе съемки, которые вы только завершились, да. На песню «Ранен», ты с гитарой будешь тоже. Да, дело в том, что вот моя гитара, вот, которую вы видели в клипе, с которой я сейчас работаю, она мой талисман. Это гитара такая Epiphone, она немножко больше, чем обычная гитара. У нее вот другая форма, она очень красивая, и я вот прямо ее очень... Гитара-актриса даже. Гитара-актриса, да. Она... Вот серьезно, когда она на сцене уже, это как будто еще один человек на сцене. Ну, и сейчас я ее в каждом клипе, как моя визитная карточка, я обязательно снимаю. Представляю публике. Да. Давайте, друзья, послушаем эту самую песню «Ранен». Там есть лирик, Ален. Лирик-видео, кстати, я там выступила в роли режиссера. Вот эту всю историю, да. Спросить, да. Я придумала вот эту историю, и вот ее благополучно мы сняли, я нашла операторов, и мы поехали в детскую актерскую школу, где, кстати, учится мой сын. Все у нас под руками. Вот. И вот я такую историю решила придумать, что это не любовь дочерняя к отцу. Ну, песня, она, конечно, имеет более широкое значение, но этот аспект, он тоже присутствует. Что действительно вот эта любовь дочери к отцу помогает отцу в трудную минуту, что называется. Ален, в актерской школе это у тебя Григорий, да, занимается? Да, Григорий в актерской школе занимается. А что там с кадетством? Ну, он занимается на выходные там. С кадетством все продолжается. Сдается совмещать все-таки эту такую военную историю, ну, с, а на выходные, со сценической, да, историей. Ну, как тебе кажется, или он с тобой делится, что ближе ему? Ну, или, ему... в общем, и там он себя комфортно чувствует? Нет, ему нравится актерская профессия, он ходит с удовольствием, он ни разу не пропустил ни одно занятие. Вот, и уже даже снялся в одной короткометражке. Да что ты? Да. Ему, конечно, нравится. Безусловно. И я вот с самого детства я вот чувствовала в нем именно актерский талант. Даже сейчас у тебя глаз загорается, когда ты говоришь об этом. Не столь вот музыкантский талант, сколько актерский. Он очень хорошо нас там как-то пародировал. Так что-то он... Ну, есть в нем. Есть ты это. Божья искра есть. Где-то говоришь, что он прям человек-праздник такой. Да, такие люди, конечно, успешно могут быть в актерской карьере. То есть, в общем-то, ты спокойно воспримешь историю, когда Григорий тебе скажет: «Мама, я буду поступать в театральный институт».
Да, конечно, нет, человек должен заниматься тем, что ему нравится. Конечно, актерская профессия, ну, как и любая, как и там профессия музыканта, она тоже очень тяжелая, да, вот именно с востребованностью, с этими кастингами, на которых зависимая ты там зависимая. Она, конечно. Ну, это нужно очень сильно любить. Вот, если у него это будет, если то... Если ты без этого жить не да, можешь? Да, если без этого не можешь, то да. А если можешь, то нет. Ну, в общем, время-то, конечно, еще есть, да, чтобы с этим делом определиться. Ну, у Василия как дела обстоят? Василий тоже прекрасен. В Канаде все в порядке? Да, все в порядке. Ну, он человек не творческий, да, больше он ванкует? Или все-таки нет-нет, да что-то там поигрывает, импровизирует? Не знаешь? Нет, нет. Такой странички в его биографии. Такой странички нет. Он импровизирует в IT-технологиях. Он каким-то образом может тебе помогать? Я не знаю, может быть, это с сайтом связано или продвижением? Он может помогать. Сайта? Мы вчера не могли никак включить принтер. Там у нас был ремонт. Короче, мы там все... И он срочно понадобился. И Вася удаленно подключился. И, в общем, мы там показывал нам, куда что жать. И как бы все прекрасно, хорошо. Боже, думаю, как это удобно. Как удобно. Как это удобно. Да. Когда сын программист, потому что, айтишник, да, когда у меня какие-то проблемы с компьютером, он просто заходит и начинает прям на моем компьютере все это там мне выстраивать как нужно. Так что умные деточки – очень полезная вещь в хозяйстве. Полезная вещь, да. 24 марта в Мумитроль-баре на концерте. Я думаю, что у тебя программа уже составлена, да? Да, что, конечно. Что это будут за песни? Я так понимаю, конечно, далеко не все, которые у тебя, в принципе, написаны. Ну, нет, конечно, у меня написано, господи, уже сколько там, ну, более 100 песен, наверное, если так всех собрать. Но обычно мы на концерте играем, ну, максимум, наверное, ну, 25. Как правило, этого уже больше не нужно. Ну, это как во всем. Да, да, да. Когда вот публика уходит, у нее должно быть ощущение, что ей чего-то не хватает. Вот чуть-чуть. Как уже все кончилось? Да, вот чуть-чуть. И вот, а когда уже она уже хочет, она вроде артиста любит, уважает, но уже хочет пить там, писать и уже домой, я не знаю. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Алена Свиридова у нас сегодня в гостях. Немножечко, к сожалению, времени остается до финала этого часа. Да, очень маленький, жаль. Короткий вопрос. Алена, очень жаль, да? Но мы зато мы очень скоро тебя обязательно еще позовем. Алена Свиридова, друзья, вдруг вы не знаете, что маловероятно, но тем не менее, является членом общественного совета по строительству моста через Керченский пролив. Да. Ситуация под контролем. Не далее как 17 февраля все подтверждено. В Инстаграм артистки есть и видео, и фотографии. Как идет процесс, Алена, хочется спросить, все ли там в порядке? Ну, вы знаете, Саша, очень масштабное, конечно, сооружение, и я этому очень рада. Мне уже удалось погулять там прямо по автомобильной дороге, и все это, конечно, очень красиво будет, да. И я, безусловно, это стройка века, я это назвала, это соответствует. Ну, спасибо тебе, я думаю, что все во многом, конечно, тоже благодаря твоим усилиям. Ну, нет, моих усилий мало, моя любовь только. Я вообще люблю, вот когда энергия созидание, понимаешь, да, Саша? Это же оно важнее даже. И когда вот у нас мы созидаем что-то, этому надо радоваться. А когда я там читаю иногда негативные комментарии, думаю, боже, люди, ну что ж вы, мы же созидаем. Разрушать может каждый идиот, тут мозгов не нужно, а вот создать... Друзья, 24 марта, Мумитроль-бар, 21.00, акустический концерт Алены Свиридовой. Алена Свиридова сама с гитарой, кто еще будет, Аленушка? Женя Трутаев, вторая гитара, Витя Пономарев на контрабасе и Данила Ленцы на перкуссии. У нас очень хорошая маленькая компания, очень драйвовая, приходите. Приходите обязательно. Что касается цветов, подарков, не знаю, как сейчас тебя поклонники балуют этим? Ну, я цветы люблю, да. Цветы, пожалуйста, в больших количествах. У меня дома много ведер, кроме вас. Это замечательно. Спасибо тебе большое, Алена. Я тебя искренне благодарю. Конечно, за визит к нам, за твою новую песню и твой клип «Травушка». Вообще, то, что ты есть, за то, что делаешь. Ты, когда тебя видишь, ну, правда, как-то и хочется улыбаться еще шире. И хочется улыбайся, радоваться. Саша, я очень рада тебя видеть. Спасибо тоже. Тебе за твое светлое творчество. Тонкое, очень красивое. Мне кажется, очень правильное. Спасибо. Ты помогаешь. Свети дальше, пожалуйста. Ждем тебя. Ждем новый клип «Ранен». Я надеюсь, что премьера состоится тоже именно в нашем эфире. Обязательно. На телерадиоканале «Страна FM». Ну, а под занавес, друзья, Алена Свиридова, можно... кстати, как ты оцениваешь эту песню свою? Песня очень красивая, да. Ну, вот клип мы тоже снимали с друзьями, вот, на голом энтузиазме.
без денег. Смотреть и слушать. Это самое интересное. Спасибо, друзья, что были с нами. Если мы вам не надоели, мы очень рады. Ну что ты, спасибо, Алена.